Так, всем привет. Давно что-то ничего уже не снимал. Выезжали несколько раз на рыбалку. Вот выехал в очередной раз на озеро Имантав. Северо-Казахстанская область. Растаялся. С утра три поклевки были, холостые. И вот сейчас одна поклевка была, уже время 12. В общем, одну вытащил, но небольшую. Чуть больше килограмма где-то такая щучка. Косынки что-то тоже живец не идет. Ухо. Там вот мото собаки приехал. Там вот ребята приехали. Сегодня будний день. Погода пасмурная, ветерок. Там на снегоходе ребята. Там вдалеке есть, рыбачат тоже. Ветерок небольшой дует. Пасмурно. Уж из этой погоды позавчера были тоже вдвоем. Но что-то тоже по одной щучке взяли за целый день. На уточку пробовали, сидели, прикармливали тоже. Ничего поставили. Да, это уже, наверное, плохо зимнее. Этого озера вода не проточная, видать, может, кислородное голодание. В принципе, и так сегодня вот пробился уже подальше, чем в тот раз. Потому что озеро все заметено. Снег как плита. Кирпич, можно сказать. Вон поверху ходишь, не проваливаешься. Машине тяжело, вот утром уже до пора. Кстати, буксовал, зарюхался. Посадил машину. Копал назад, чуть уехал, решил рыбачить дальше уже. Не пробиваться время, потому что усталость в машине, старый греб. Собираться, да? Надо еще назад.